Ольга Сновальникова – рентген-лаборант. В Видновском перинатальном центре работает уже 16 лет. Общий трудовой стаж – почти четверть века. Говорит, работать с детьми не каждому дано, а для нее это призвание. Я шла сюда осознанно в медицину, честно говоря, не пафосные слова. Мне нравится, и с детишками очень нравится работать. У нас здесь, скажем, другая категория детишек, да, которые совершенно маленькие, незащищенные. Вот. Ну, какой подход? Любовь, ласка, честно. И они отвечают тем же в итоге. Своих детей у Ольги двое, и они уже достаточно взрослые. Всей семьей им приходится ютиться в общежитии. Понятно, что условия некомфортные. Наша героиня давно мечтала обзавестись собственной квартирой, но такой возможности до недавних пор не предоставлялось. По инициативе главного врача перинатального центра кандидатуру Ольги предложили для участия в региональной программе «Социальная ипотека», которая в Московской области успешно реализуется с 2016 года. Мы очень переживали за Олю, когда вот наступил ковид, вроде все получалось, и вроде одобрили все, и мы очень переживали, что это может как-то уйти в связи с тем, что мы понимаем, что пандемия. Но когда все-таки все это получилось и одобрили, мы безмерно счастливы за Олю. Очень опытная и грамотная сестра. Именно так об Ольге отзываются коллеги. Помимо рентген-лаборанта, она работает в отделении реанимации новорожденных. Кроме того, что она является замечательным рентген-лаборантом и максимально быстро выполняет все снимки, которые необходимы нашим детям, она встает в помощь и на палату, на работу, и палатная работа ей знакома, и процедурной сестрой. Она владеет всеми манипуляциями как палатная сестра, и как процедурная сестра. Она вообще бесценный у нас работник. Благодаря программе «Социальная ипотека» Ольга получила возможность купить собственное жилье. Сертификат на сумму 7 миллионов 400 тысяч рублей. Наша героиня уверена, этой суммы хватит, чтобы приобрести трехкомнатную квартиру. Уже надоело. По квартирам, по общежитиям надо что-то свое. Надеюсь, что все получится в дальнейшем. Боюсь спугнуть. Счастье любит тишину, но тем не менее. По программе «Социальная ипотека» Ольге необходимо будет платить только проценты банку. Остальную сумму за квартиру погасит регион. Определиться с жильем надо в течение 3 месяцев. Поэтому в Новый год Ольга сможет отметить и новоселье. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Видное ТВ.